Всем привет, дорогие мои друзья, и хорошего вам настроения, с вами Рэй, и мы продолжаем играть в игру «Эпоха магии». Ну что же, награды за октябрь, давайте соберем, какой-то у нас, не знаю, кувшинчик, не кувшинчик. Так, почта, три сообщения, добавить в друзья, обязательно добавлю. Ребята, я уже одну серию пропустил, опять же, чисто случайно не записал, очень много ребят я включил к себе в друзья. Спасибо вам большое, что вы добавляетесь, вы мне очень помогаете. Так, ну что же, а мы с вами будем дальше проходить. Зайдем на рынок, заберем бесплатно с вами, пожалуй, сундучок. Да, именно этот. Так, получаем подарочек и смотрим, что нам достанется. Достается нам амулетик. В принципе, это хорошо, ребята. Так, выполненное задание какое-то у нас. Кладоискатель, забираем. Вау, поздравляю, у нас 20 уровень. И это очень хорошо. Так, ну что же, ребята, у нас светлая магия, темная, как вы помните, да? Демоны бесплатно. Так, долина сокровищ. Мы с вами на 21 уровне. Надо вот, наверное, с этим шакалом подраться. Хотя, в принципе, можно и продолжить, как говорится, светлую кампанию. В светлой кампании, ребята, я перешел на второй акт. И у нас... Слушайте, довольно щекотливая ситуация, я не помню. Давайте посмотрим, ребята. Да, мы сейчас с вами деремся вот с этими вот, я не знаю, мертвецы, не мертвецы, короче, демоны какие-то. В лапы неживых подданных кровавого императора попали путники. Успеет ли Роланд спасти последнюю из выживших? Ну что же, ребята, давайте будем с вами пробовать спасти путь преданных, да? И добавим кого-нибудь из вас, дорогие мои друзья. И это, наверное, будет у нас... Для начала, я думаю, возьмем... Оу, да, помню я, Рудик. Давай, Рудик, иди сюда ко мне. Будешь мне помогать. А я сам 15 уровня. Да, ребят, я получил себе 2 звезды, но вот как Энгрим. Обалдеть. Да, Энгрим меня, конечно, радует. Вы посмотрите, он скоро станет хаем. И, по крайней мере, вот этот персонаж у него будет... Полным. Сколько тут 6 звезд? Елки-палки, он, наверное, обалденно жарит. Надо было бы, наверное, его оставить напоследок. Ну да ладно. Думаю, что и здесь от него будет тоже очень много пользы. Ну что же, давайте смотреть, что у нас здесь. Так. Нажми, чтобы продолжить. Подождем пока. Впереди нежить напала на какой-то отряд. Почти все воины перебиты. Остался только один выживший, говорит Танеда. Так чего же мы ждем? Скорее спешим на выручку. Свет и честь, говорит Рогар. Воу-воу-воу-воу. Тише, ребята. Смотрите, ребят, как прикольно сделано, да? Утопленники такие. Блин, классно. Ну что же, давайте приступим. Да, ребята, это на самом деле какие-то мертвецы, нежить. Видимо, какие-то были индейцы или кто его знает. Ну, давайте проверим. Ой, подожди, а что это у меня такая скорость-то? Эй, тихо-тихо-тихо, не надо так. Елки-палки, офигеть. Я даже не знаю, кто из них тут силен, кто чего может. Давай попробуем вот так, бомбанем. Слабо бомбанули, конечно. Что там на нас повесили? А ну-ка, если мы так сделаем. Ай, хорошо получилось. А почему-то вот на этого магия не подействовала, странно. Смотрим, ребята, я не знаю, что у нас умеет Ангрим делать. Так, у него мощные атаки. А массовые есть у него или нет? Ярость берсерка. В течение одного хода наносит на 38% больше урона всем врагам. Всем врагам. Хопа, блин. Ну, Танеда, конечно, у меня слабый. Давай вот этого... Ах, недоступно, у нас провокация, ребята. Ладно, застопорим этого малого. И вот так вот бомбанем. Так, Танеда, главное, ты у меня не упади, пожалуйста, а. Давай так бомбанем. Ага, провокация слетела, значит, можно вот этого вот бомбануть. Какого? Как ты? Как ты мог промахнуться-то? Я не понял, ребят. Странно. Я думал, он сейчас как вжарит, так вжарит, а он промахнулся. Хотя у него уровень, я уже там не помню какой. Пум. Хорошо. Оу, да ты хилишься, да? Понятно. А ну-ка посмотрим, что это за удар. Во, вот это круто, вот это ты молодец. Такую вертушку сделал, будем знать, ребята.
Благодарю вас за помощь, незнакомцы. Да будет ваш путь озарен светом. Харана какая-то, ребят. Возможно ли это? Возвышенное здесь, среди этих проклятых топей? Рогар, прибереги свои вопросы. Нежить еще не кончилась. Ага, понятно, у нас раунд 2. Я уж думал, что мы прошли. Но, тем не менее, ребята, мы спасли какую-то возвышенную. А ну-ка, давай бомбанем. Так, тихо, тихо, что они тут... Что это за стойку они приняли, ребят? Ой, не нравится мне это. Пум, отлично, упал. Ну-ка. Оу, на удар просто голову отрубили. Да, этот парень, конечно, крепок. О, не, тан... я не... А что случилось-то? А что случилось с Танедой? Я что-то прозевал, ребята, этот момент. Почему он у нас умер-то? Хм. Не понял я. Что случилось-то вдруг? Клянусь светом, я узнал тебя, возвышенная. Ты Харана. Так и есть, паладин. Свет направляет меня, и думаю, наша встреча не случайна. Вы такие милые, я сейчас прямо заплачу. Но будьте так любезны, соблаговолите помочь нам всем остаться в живых. Слушайте, так, Рогар, а почему ты получаешь урон? От чего? Что с тобой происходит? Ты вроде не отравлен. Вот этот вот что-то как-то мне не нравится, ребята. Хламон вот этот вот. С топориками. А ну-ка давай-ка вжарим. Хорошо, но мало. Оу, что он там кричит? Давайте, наверное, сделаем вертушку, да? Вот на... А, недоступно, ладно. Ха-ха, классно. Обожаю этого парня. Ну что же, я рада, что встретила вас. Мне было видение. Послушная воле света, я прибыла на осколок Орехона. Мои спутники пали, но я ясно вижу свой путь. Следовать за тобой, Роланд. Хоть это и странно, но я не в том положении, чтобы отвергать помощь. Буду рад твоей компании, Харана. А я почту за честь сражаться за тебя, возвышенная. Свет и честь. Просто замечательно. Был один религиозный фанатик, стало двое. Такими темпами я сама скоро замироточу. Белара вечно подкалывает. Ну что ж, ребята, я так понимаю, что это у нас, наверное, первый лекарь. Наверное, посмотрим сейчас. Так, возвышенное, да, значит? А вот, походу, дела этот, ребята, и гном. Хотя я могу и ошибаться. Тот у нас... Во, тихо, активировать. Давайте, ребята, активировать. Харана. Да, смотрите, драконий народ, целитель. Как же я этому рад. Ребят, ну неужели, наконец-то, я получил себе хиллера? Так, ну, понятно, что это набор для улучшения. Нам это, естественно, ребята, не нужно. Да, я закрываю. И мы с вами продолжаем проходить. Так, у нас это пока нормальный режим. Что ж такое опять нежить, ребята? Хм. Ну, деваться некуда, давайте посмотрим. И на этот раз я возьму себе... Так, Роланд, Роланд, Роланд. А у нас только Роланд остался? Я же, по-моему, видел где-то Рогара. Вот он. Ну, 25 уровня, а мне нужен такой, ребята... Слушайте, тоже неплохо довольно, 4 звезды. Давайте попробуем сыграть вместе с ним. И хилка. Почему-то у меня... Слушай, может быть, ее вначале, ребят... Давайте вначале, может быть, маленечко все-таки ее как-то подкачаем, если у нас такая возможность, конечно, есть. Что уж она вообще слабенькая-то такая. Первого уровня. О, смотрите-ка, ребят, я могу... Я могу много чего на нее надеть. И, естественно, мне это нужно сделать в обязательном порядке. Ай, красава какая. Ребята, да, драконий народ. Это, по-моему, Рогар... Тоже и драконий, как говорится, народ выходит из драконов. Поэтому он ее как бы узнал, возвышенной, да? И вы смотрите, у нее какие способности, ребята. Я могу прочитать? Я могу, да. Луч света. Базовая атака лучом света с шансом 50% снизить точность цели на 20%. Ну, слабовато, конечно. Восстанавливает 25% здоровья всем союзникам. Вот это хорошо. И на третий будет у нас восстанавливать 40% здоровья всем союзникам. И оживляет одного случайного погибшего. Да это ж вообще красота, ребят. Хоу. А что нужно, чтобы открыть? Требуется... А, уровень снаряжения 3. Угу, понял. Ладно, давайте ее немножко натренируем. Ой, как хорошо.
А на 7 уровень, да? Ну, слабенько, конечно, все-таки. Но это лучше, чем первый. И я надеюсь, она не будет у меня так быстро и сразу же падать. Что у нас тут? Задание. Давайте посмотрим, что. 15 опыта. Пора приодеться. Это тоже мы с вами выполнили. Так, герои. Что у нас тут? Почему-то отмечено. Ага, отмечено. Потому что у нас сюда можно воткнуть. И это у нас энергетический шар. Хорошо, пускай будет так. Повысить. Я его повышаю, ребята. Уровень снаряжения он получает второй. Стопудово, ребята, рано или поздно все это пригодится. О, тихонько. Не спеши, Рэй, пожалуйста, а. Будь повнимательней. Вот так, отличненько. Ну что же, вроде бы как пока и все. Давайте посмотрим, что у нас. Ничего не открылось? Нет, ничего, к сожалению, поэтому мы продолжаем с вами наш великий путь. Глава 7. Дорога к столице Императора лежит через Долину Теней. Прибежище тьмы и ужаса. Даже вот так. Хорошо. Так, и кого же мы с вами... Ну, давайте возьмем... Давайте Тална возьмем. Вот так вот сделаем. И... Да, возьмем Харану. Поехали. Ох, нам еще за темную сторону потом как-то надо будет выбраться поиграть. Так, что здесь у нас такое? Харана, что случилось? Это место Долина Теней. Здесь кровожадные маги создавали порождение тьмы, монстров, известных как Тени Орихона. Мы в смертельной опасности. И вы останетесь здесь с нами навсегда. Ну, вот здесь бы я с тобой, братишка, наверное, поспорил. Я не собираюсь здесь оставаться. У меня есть дела и поважнее, так что ушел бы ты лучше с моей дорожки по-хорошему. Ты смотри, что они тут чудят. А если я сейчас буду так делать, а? Что ты на это скажешь? А? Да-да-да, конечно. Так, что же, вот это, по-моему, луч света. Ой, как слабенько мы бьем. Ну, а чего хотите? 7 уровня боец. Не нравится мне это все. Так, тихо, Харана, подожди. Давай-ка мы вот так сделаем. Больно. Мне бы нежелательно, чтобы падал у меня боец. А нужно его оставить в целости и сохранности. И тем более, это у нас первый раунд из двух. Ты посмотри, что делает, а? Ты посмотри. А мы можем вот так с вами сделать, да? А почему это у нас блок? Я что-то не понял. Ребят, мы что, не можем хилить сами себя, когда в щите находимся? Или как понимать? Очень интересно. Так, ну что ж, давайте добьем вот этого вот демона. Воу-воу-воу, тихонько. Что ж ты такой нервный-то, парень, а? Остынь маленько. Так, ну что же, и... Оу, сколько у вас здесь ребятуни? Минус один, ребята. Так, копейщиков никогда не любил. И ненавижу их. Так, что же нам сделать? Нам надо бомбить. Да что же мы такие слабенькие? Что мы так плохо бьем? Давай добьем его вот этим вот ударом. Ага, шикарненько. Вот этого теперь бомбани, Роланд, пожалуйста. Эй, как же так-то? Что он там себе подхил сделал? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Плохо. Это плохо, надо мне. А что мне сделать? Я ничего не могу, ребята. Нет, я могу взять провокацию на Рагара и дальше бомбить светом. Так, добиваем. Нормуль. Давай вот так вот сделаем. Хорошо-то как. Живи, паладин. Давай я его немножко ослаблю, да? Чтобы нам быстрее его разобрать было. Что-то как-то не особо вижу, чтобы мы его ослабили. Но, тем не менее, мы прошли. И это очень чудесно. Ага. Давайте дальше смотреть, что у нас тут будет происходить. Ага, никакого диалога не было, да? 3 звезды мы здесь с вами получили, и у нас открывается следующий уровень. Это глава 8. Роланд сходится в смертельном поединке с одним из сильнейших магов крови Орихона.
И я так понимаю, что это вот это, наверное, будет маг или же вот это вот. Пока нам непонятно все, но, ребята, истина где-то рядом, поэтому давайте ее добиваться. Я возьму на этот бой Нарбо. Я думаю, что он не будет против. Мне интересно только знать, вот то, что я играю за друзей, ну, друзей приглашаю себе в бой, они от этого получают опыт или же нет? Если получают, это очень хорошо, я считаю, что это даже справедливо. Стойте, я ощущаю приближение великого зла. Это один из неупокоенных магов крови, которые когда-то навлекли проклятие на Орихон. Роланд, будь осторожен. Неплохо, неплохо. Как закончу с вами, обязательно покопаюсь в твоей голове, дракониха. Кстати, император просил передать, что ваши поиски посоха заканчиваются здесь. Да? Знаете, кого он напоминает мне? В Mortal Kombat, помните этот Куан или как его там звать-то? Ладно, неважно. Поехали. Ну что же, тут у нас 3 раунда, поэтому надо быть предельно аккуратным и как можно... Угу. Как можно дольше оставаться живым и желательно всем. Бомбим. Так, бомбим, бомбим, а здесь вот так вот, масухой. Ой, вот это да, вот это жесть, ребята. У меня, наверное, здесь только один Роланд и выживет. Наверное. Слушайте, хотя и он тоже получает не кисло. Что-то я не могу понять. Ого, вот это было сейчас красиво и мощно. Так, минус. Так, ты достал уже. Ну-ка, ну-ка, давай. Нет, не пробили. Слушайте, давайте 4х, мы так с вами быстрее будем делать все это дело. Вы и так все прекрасно видите и поймете, что у нас тут происходит. Ну-ка, бомбани. Так, а если я вот так сделаю? Все равно снимаю, да, ребята? Попробуем тогда вот так вот. Нет, надо вот этого говнюка убрать отсюда, с поля боя. Оу, щит. У меня, ребята, упал и палыч мой, кстати. Неужели это уровень с боссом? Сейчас посмотрим. Да, скорее всего, так оно и есть. Давайте мы сделаем вот так. И попробуем... Есть, мы его убрали с поля боя. Ну, я думаю... Провокация на ком-то, да? А, на нем. Все, я понял. Так, Рон, ты, главное, у меня не упади, пожалуйста, дружище мой. Ты мне здесь нужен. Вся надежда на тебя, грубо говоря. Иначе я этот уровень не пройду. Так, а вот все-таки хорошо, ребята, что они придумали вот эту систему помощи друзей. Потому что действительно... Так, ладно. Интересно, а есть кто-то в этих болотах, кто еще не знает, что мы ищем посох? Осведомленность наших врагов вызывает тревогу. Наша цель от этого не меняется. Хотят встать у меня на пути, пусть попробуют, и я не боюсь. Естественно, Роланд. Чего нам бояться-то, ё-моё. Конечно, на 3 звезды не получили, и это очень плохо. Меня это немножко подбешивает, но... И никогда не поздно, ребята, переиграть эти уровни, так что не переживайте. Так, что у нас вообще? Мы что-нибудь с вами получили? Мы что-нибудь можем улучшить? Нет, по ходу дела, да? Абсолютно ничего. А давайте зайдем с вами в Долину Сокровищ и попробуем вот здесь вот допройти вот эти вот 3 уровня. Я думаю, никто не будет против. Ох, 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 какие тут страшные-то все. Ну, давай рискнем. Добавьте лучшего героя в отряд. Сейчас, сейчас. Ой, нифига себе. Ха-ха, поджигатель дикий. Я такого еще даже не видел. Давай 36 уровень. Давайте добавим, посмотрим. Хм. Я могу взять? Я могу взять полностью, да? Че, я могу и этого, что ли, взять даже, если... О, да, но он у меня не прокачанный, ребят, так что возьмем вот так вот. Битва. Поехали. Какой миленький, да, бельчонок. Так, что вы тут радуетесь? Вы не радуетесь, ребята. А ну-ка, бомбани по нему. Ой-ой-ой-ой-ой, как ты жаришь больно огнем-то. А ну-ка. Массовым. Блин, как-то так слишком быстро, по-моему. А ну-ка, хильнем всех. Красота просто. Минус один демон. Бомбим. Так, хорош орать.
Блин, а так как-то медленно. Так быстро, так медленно, да, ребят? Ха. Нет, надо все-таки на 4 их ставить. Поехали. Опа. Бомбим. Что? Минус один, ребята, этого добили. Вторая волна. Ну давай. Попробуем так. Теперь бомбанем. Провокацию не буду делать. Давай. Так, подожди секунду. Пробьем? Пробили. Давай вон с того начнем. Так, отлично. Жгем. Так, теперь... Ну давай ослабим. Ослабим его. Замедлим, ослабим. В общем, все дела. Эй, не добили. Так, и вот этого попробуем сейчас. Че так слабо-то? А давай-ка его в стоечку. Пробивной. Так, Роланд, давай он того бомбани. А этого я уже сам добью. И третий раунд. Это кто у нас? Хмыреныш, да? Ну, давайте его, наверное, и разберем. Массовый удар. Бомби. Так, давай вот этого, наверное, попробуем. Готов. Так, что ты, ящер? Гоблин несчастный. В стойку встал, да? Прикрылся. Хорошо. А если я вот так вот? И подхил. Ну, слушайте, ну довольно неплохо нахилит, я вам скажу. Добиваем. Все. Ребят, ну здесь три раунда мы с вами идеально прошли на 3 звезды. Я думаю, что очень круто. И, естественно, с вами продвигаемся дальше. Тут осталось, по-моему, 2 уровня пройти. И мы с вами перейдем на акт 2. Да? Тут же тоже акты. Да, именно так оно и есть, ребята. А я могу вот здесь, предположим, переиграть. Ага, моментально. Смотрите, я могу, ребята, сделать. Сколько здесь у нас? Фу-фу-фу-фу. Вот так вот, предположим, да? Это, я так понимаю, энергия. Ну-ка посмотрим. Ага, а уровень? Уровень не получили. Ну и ладно. Так, ну что, у каждого героя есть способности, которые можно улучшать. Вернись в замок, чтобы помочь своим героям стать сильнее. Так, это очень интересно, а кто у меня там что-то... Выбери одного из своих героев. Ну, выбрал. Выбери способность «Заряд магии». Ага, выбрал. Улучши выбранную способность. А, вот у нас кубы... Кубы! Стал у нас 2 уровня, да, я так понимаю, ребят? Время восстановления 4 хода. Да, ребят, мы просто с вами взяли, немножко улучшили. Ого, тренировать. Отлично. 20 уровень. 20 уровень у меня, ребята, Роланд. Все, отлично. Скоро будет крепким. Но я так понимаю, что, ребят, нельзя будет мне... брать своего Роланда, если стоит, например, дружеский. То есть, 2 Роланда не могут присутствовать на задании. Хорошо, ладно. Так, давайте мы с вами, наверное, допройдем все-таки Долину Сокровищ. Ага, поехали. Глава 9. Библиотека поражает воображение Роланда. Но не время расслабляться. Враги окружили героев. Смотрите-ка, здесь какой-то даже гном будет. Ого, сколько их тут. Ничего себе. Ха! Так, добавить лучшего героя. Ну, давай добавим. У нас здесь есть 30... Давайте 34 уровень добавим. Практически идеальная комба. Блин, но все равно у меня... Вот... Не могу, ребята. Не могу я взять Роланда. Ах ты. Ах ты, невезуха. Ох-хо-хо-хо-хо. Давайте смотреть. Оу, ничего себе. Вот это мужик. Ателес варвар. Получив урон, Ателес впадает в ярость на 2 хода. В этом состоянии атаки Ателеса наносят на 30% больше урона, а враги могут атаковать только его. Ёкаламане, он еще и провокацию получает. И что же вы прикажете мне делать? Давай для начала вот так вот разбирать вот этих. А этого мы с вами вот так вот немножко застанем. И продолжим вот этих вот... Ай-яй-яй, зачем ты атаковал сейчас? Ну-ка, пробьем. Ого, он сам по себе, смотрите, какой крепкий.
Крепкий, жесткий. А ну-ка, есть, упал. Так, пробиваем. Что ж такое, прощание работает. Готов. Так, вторая волна, ребята, у нас. Надо хиляться обязательно. И начнем вот с этих вот демонов, потому что, ребята, они жгут огнем, а мне как-то не очень нравится, какой они наносят нам ущерб. Они наносят довольно неплохой. Неприятно, неприятно на это все смотреть. Так, возвышенная, ты, главное, у меня не падай. Блин, опять этот провокацию на себя взял. А ну-ка, прикроемся щитами и попробуем так сделать. Хорошо, получилось. Минус. Шаман, так, вали отсюда, а, пожалуйста. Хилит он себя еще. Зря хилишь, ничего тебе не поможет. И здесь, смотрите-ка, с плеткой, ну прям это, как их звать-то, суккубусы, да, по-моему, которые дьяволицы такие. Вот этот шаман мне не нравится, давай его так вот, оп, заставим стоять и молчать. Так, что, подожди. Добьем. Так, теперь давай. Да, в принципе, тут что того, что этого, никакой разницы нету. Давай вот этого ослабим, что-то он как-то меня напрягает. А еще и бомбанем его. Что-то как-то не поддается. Нет, все, он упал, ребята. Давай вот так сделаем. Ха, провокацию делаю. И вот этого урон добивает. Я надеюсь, что моя ведьмушка его убьет. Да. Хорошо, на 3 звезды, ребята. Идем с вами просто отличненько. Ну, давай, давай, я понял. Так, что же, получается, у нас один уровень остался, да, ребята? Из всей этой коллекции. Глава 10. Безумный маг призывает новые орды противников, но сам остается в тени. Опачки, еще какой-то новый. Да, он сам остается в тени, значит. Голоса в голове называется уровень. И здесь мы с вами возьмем вот этого вот паренька. И я надеюсь, получится у нас здесь разобрать их. Ага, так, ну что, начнем, пожалуй. Ну давай вот с этого демона. Нормуль. Так, этот там прикрылся, да? Пускай дальше прикрывается. Что-то... Я не понял, а как ты? Как он... Оживил, что ли, получается? Рисанули, что ли? Что-то типа того, ребят. А что вы так разбираетесь? Тяжело, я не понял. В чем проблема? В чем подвох-то? Ай, тихо. Взял, ожил, сделал свой удар и опять... Погиб. Блин, ну что же так? Ну, Всевышняя, или как тебе там? Зачем же ты сейчас упала так не вовремя-то? Я так в тебе нуждался, а ты подвела меня сейчас в данный момент. Ой, ладно. Давай-ка, оп. Сделаем защитку. Атакуем. Атакуем. Да что ж ты не хочешь падать-то никак, а? Ну-ка, пробьешь с удара? Нет, не пробил. А вот так? Есть. И последний раунд, 3-й. Кто это такой? Я, смотрите, ребят. И что у него там? Игнорирует провокацию противников. Ха! Неплохо. Вот так вот, ребята. Раз ты игнорируешь, тогда вот посиди, пожалуйста, там. В закутке. Блин, зачем ты стал его атаковать? Минус. Давай вот этого. Нет, давай вон того, наверное, с вами накажем. Наказали тоже мне, да, называется. Мы его еще и ослабим. Жарим. Щиты. Какие это не щиты были, ребят? Это была обычная атака. Добьем? Добили. Да чтоб тебя, Танеда упал у меня, блин. Что ж так все печально-то? Да ладно, промахнулся, Ролан, промахнулся на демоне. А сейчас? Нет, сейчас нормально все было. Ну что же, получается, мы прошли с вами. Оу, а вот и этот хмырь, ребят, вот он. Что он сейчас запоет? Что он запоет? Библиотекарь. Я же приказал вам убраться, проклятые порождения тьмы. Прочь, прочь! Даже не надейся, выживший из ума старый пень, теперь я уж точно до тебя доберусь.
Кыш-кыш, да, главное? Ничего себе, он припух. Ну, я так понимаю, он убегает, наверное, во второй акт, и мы опять будем его, блин, преследовать. Чё-то мне так кажется. Да? Или нет? Акт 2. Да, ребят, скорее всего, так оно и будет. Воу-воу-воу. Какие здесь интересные, странные монстры. Хм. Акт в разработке, скоро. Понятно. Так, ну что же нам-то тогда делать? Мы, наверное, пойдем с вами дальше в светлую компанию. И у нас вот это вот, ребята, уровень, глава 9. Роланд становится свидетелем битвы нежити и демонов. Удастся ли ему миновать преграду без боя? То есть нежить и демоны, они друг против друга. Я почему-то думал, что они заодно. Но, видите, ничего подобного. Поэтому нам надо выбрать с вами... Да, я думаю, что 34 уровень нам здесь как раз будет кстати. Да, поехали, ребята. Так, смотрите-ка. Разборки, да, тут между собой... Смотрите-ка, демоны сражаются с нежитью. Давайте потихоньку их обойдем. Чую живых, чую. Смерть врагам легиона. Да что же это такое? Потихоньку не получилось, вот что это такое. Так, не на... Да кого что? Давай этого, наверное, да? Так вот. Этого добьем. Оу, тихо ты. Что ж ты вечно так бомбишь-то? Почему она у меня впереди? Я не могу никак понять. Ты же у меня не воин, стоит, а впереди-то ядрен батон. Ёпарас, это, ну вот как чуял, ребят, что ее накроет медным тазом. Ну так оно и получилось. Все, она уже труп. Блин, ее надо прокачать маленько, ребят. Ну это невозможно. Что она с одного удара падает? Никуда, ни в какие ворота не годится. Так, первая волна у нас пройдена. Давайте... Ой, их все больше и больше, скажем, раундом. Так. И мы как-то слабенько вообще бьем по ним, если честно. Очень слабо. Вот это Неда упал. Вот тебе и хорошо. Блин, фигня какая-то получается, ребят. Оу, Рогар упал, ребят. О-хо-хо. Ну и что ж тут получится? Да ничего хорошего. Ай-яй-яй. Жесть какая-то, разбирают тут не по-детски. Слушайте, по-моему, надо здесь, ребята, искать снаряжение, чтобы нам повышать. Ну это что это такое за фигня? Ну ладно, если мы даже вот этот с вами раунд пройдем. А что тогда следующий-то будет? Будет просто жесть. И смотрим. Ох, если мы его пройдем, это будет чудо. А я сомневаюсь. А я уже сомневаюсь, что мы его пройдем, ребят. Угу. Так, попробуем сделать вот так вот. О-хо-хо, как они быстро снимают защиту. Все, ребята, полегли мы здесь. К сожалению. Хм. Я понял, что поражение. Вот так вот, вот тебе и подрались, называется, нежить с демонами. И нас под одну гребенку сцапали. И мы получили... Таких сейчас звездюлей, я даже не знаю, ребята, я даже не знаю, что и делать. В любом случае, нужно качаться. А для этого нам надо зайти вот сюда. И вот, предположим, что нам нужно? Нам нужно вот это. Что сюда вставляется? Найти. Битва. Я смогу вот так вот пройти? Что-то не понял. Походу дела, не получили, да? Ну, давай вот так вот попробуем. Все, вроде бы теперь есть, да? Собрано. Я еще и 21 уровень получил. Это уже хорошо. Так, давайте вот сюда мы воткнем. Надеть. Слушайте, а зачем я качаю своего Роланда, когда, блин, когда я беру Роландов именно дружеских? Мне надо желательно-то качать кого? Ну, например, даже ту же самую Харану. Надеваем. Повышаем. Отлично. Так, здесь у нас еще что-то есть для нее. Одеваем. Так, здесь... А почему закрыто? Что нужно? А, уровень героя 10, ребята, нужен. Понятно.
19 уровень сразу мы ей сделали. И попробуем. Погоди-ка, создать. А мы найти не можем, нам нужно именно создавать. Ага, все, понял, ребят. Сфера памяти, давай попробуем вот так сделать. Найдем, вроде нашли. Но это еще не все, да? Лоскутки, кусочки. Так, подожди, можем... О, 21 уровень. Ух, круто. Так, ну-ка давай сделаем... Где же нам найти его, а этот предмет? Темная компания. Ну, давай вот здесь попробуем. Да нет, 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 я не так хотел, я имел в виду... А! У нас на 3 звезды это не пройдено все, поэтому не получится, ребята. Нужно именно драться. В данный момент я пока не готов к дракам. Заберем здесь. Энергии есть, это все есть. Герои, 2 штуки мы можем, видимо, улучшить. Угу. Это у меня Роланд идет на улучшение. Одеваем на него шмотки. Хорошо, тренировка. Так, 21 уровень получает у меня Роланд. Так, а чтобы, например... Ага, смотрите, куб... А где кубы способности находятся вообще? Я могу купить? Оу, сколько он стоит? Хо-хо. Я могу вот здесь вот попытаться выбить, но мне кажется, что это больно круто. Ну вот, если мы возьмем вот так, предположим. Найдем? Да, мы с вами нашли один куб, но этого мало. А нужно 2 куба. Да? Да, ребята, нужно 2 куба. Хм. Ладно, хорошо, у нас с вами есть энергия, так что давайте, ребят, попробуем пойти дальше. Пока еще есть энергия. Ох. Так, тут одна звезда. Вот здесь мы с вами, да, остановились? Вот здесь мы с вами остановились, поэтому надо сделать битву. И возьмем... 30 уровень только остался, что ли, да? 30 уровень. Хорошо, нам деваться некуда, ребята, нам придется брать. Угу, и Танеда у нас, вот эти вот слабенькие, у нас только лишь Харана. Но она, опять же, имеет только одну звезду. Ладно, все-таки попробуем, ребята, здесь справиться. Может быть, как-нибудь. Так, ну это мы с вами видели, поэтому можно пропускать. И поехали. Так, этого... Затормозим. Так, посохом бомбанем. Не добили, да? А если я вот так сделаю? Что ж так больно-то все дело происходит-то? Давай вот этого ослабим. И пробьем. Не добили. А так вот если... Ай-яй-яй, ой, Танеда, блин. Как же ты... 4 хода, ребята, он будет восстанавливать... свой отхил, я имею в виду Харана. Ху-ху-ху-ху-ху. Давай провокацию делать. Я знаю, что, конечно, это очень опасно, и мы сильно подставляемся, но у нас нет выбора. У нас просто элементарно нет выбора. Ну? Ну что ж такое-то? Никак не... Вот, пробили. Ох, вот эти вот, конечно, ужастики. Тут мощные. Блин, да ладно тебе, промахнулись. Пускай подумает там над своим поведением, а мы пока начнем вон с тех демонов. Ай, тихо, Танеда, сейчас он упадет у меня, ребята. Мне никуда не денется, блин, все, он уже валяется. Он уже валяется. Сейчас и Рогар, по ходу дела, упадет у нас. Ты чтоб тебя. Неужели никак не получится, а, ребят, никак не получится у меня пройти этот уровень? Почему-то мне так кажется, что не смогу. Так, хиляемся. Ты достал уже, а? Паршивец. Смотри, так и норовит, а? Минус. Давай вот этого задержим. Поставим щиты. Так. Так. Пробили. Что же нам делать? Ну, давай попробуем вот с этого начать. Мы его слабим. Добили.
Так, стоим. Провокация, да, вот на этом шамане. Ну, на самом деле, это не похоже на шамана, конечно, но... Промах. Какого лешего промах-то? Я не понимаю. Ну что ж, давай пробовать вот этого, наверное, разбирать. О, хиляемся, ребята. Хорошо-то как. Хил вовремя, ребята, от, как говорится, откатился нам. Блин, и все равно ее забомбили. Но, тем не менее, ребята, есть шанс пройти. Да какой промах может быть? Я не понимаю. Фух. Ну, опять же, грязненько и неудачненько. Так. Уровень-то мы, конечно, прошли, но не на 3 звезды. И пора, наверное, уже с этим смириться, потому что дальше на 3 звезды не получится у нас все проходить. Где-то будем получать и 1 звезду. А где-то будем получать звездюлей. Так, а что у нас? А, в темной компании только лишь один уровень пройден. Так, мы можем что-то воткнуть Харане. Ага, браслетик. Ладно, хорошо, пускай будет у нее браслетик этот. И... Блин, ну тут же тяжело уже. Практически нереально. Враг 20 уровня. Мне, короче, нужно, ребята, развивать своих персонажей. Это в плане Танеду. Хотя бы, чтобы 20-ка у них была. Другого варианта не вижу, ребят. Так, какой тут уровень? 18-й, всего лишь 18 уровень. Это мало, это плохо и слабо. А где нам эти вот бутылки, интересно, находить? Их же можно же где-то, они... Что это такое? А как это? Я так... Что я так и сделал? Что-то не понял. Так, вперед, темная компания. Секунду, у нас что? Ага, вот здесь вот я могу найти, ребята. А где-нибудь покруче? Есть? Вот здесь есть покруче. Ну что ж, давайте... Да какой? Подожди. Нет. Да чтоб тебя! Так, сфер памяти у нас сколько еще хватает? С энергией, ребята, засада. К сожалению. 3 штучки собрано. Замечательно. То есть мы можем... По ходу дела мы ничего не можем. Как-то вот так вот все это делается. Я не могу понять. Такое ощущение, знаете, как будто авансом каким-то тренируем. Не понимаю маленько, что тут происходит. Но все равно Танеда ватный. А в темной компании, если мы с вами заглянем, что у нас тут? Например, битва. Да, тут у меня и темных друзей еще дофига. Оу, это хорошо, давай начнем вот с этого. Битва. Так. Кобальт-разведчик. Мяско, где все мяско? Огнюки сожгли долговязов до угольков, совсем не оставили мяска. Эй, ты, что здесь произошло? Мяско. Ну давай, мяско. Ой, я думаю тебе... Да ладно, мы промахнулись. Не помню, что за дела-то? Какого они там уровня? Что-то я не врубился, ребят. Что-то мы даже не можем их одолеть. Сколько там? 2 раунда будет? Ага, минус. Хопс. Хоп. Да, что-то слабо мы бьем. Очень слабо, ребят. Ага, 2 кобальда уничтожены. Так, ты, алхимик, пожалуйста, не надо мне тут буянить. Я помню, ты свои баночки, пробирочки бросаешь. Мне это не совсем понравилось. Так, пока стоим. Пока стоим. Так, добили. Давай этого говнюка. Перевоплощаться мы не будем, нам это незачем. Отличненько. Но я так понимаю, что мы вот эти вот вещи, которые сейчас получаем именно за прохождение темной из компании, это только для темных пойдет. Оно на светлых, наверное, не будет применяться. То есть в плане там одежды и так далее и тому подобное. Ведь так? Я ведь ничего не путаю, ребята. По-моему, нет.
Слушайте, подождите секунду, а мы с вами в светлой компании-то мы прошли, да, я ничего не спорю. Но здесь-то мы еще не пытались. Смотрим, 20 уровень, почему бы нам не рискнуть? И добавляем героя, это у нас вот этот вот, 30 уровня. Поехали, битва, битва ждет. Оу, куда-то мы с вами спустились, все такое разрушенное, все мрачное. Что такое? Мы подошли к стенам какого-то замка, что ли, или крепости? Харана. Впереди целый город из пирамид. Самая большая из них, видимо, и есть дворец императора. Неужели этот посох стоит того, чтобы пробиваться к нему через столицу мертвых? Он стоит гораздо большего. Даже простой посох мага многократно увеличивает его силы, позволяет сфокусировать их и направить. Посох света же обладает запредельной мощью. Оу, щит. Ты права, маленькая волшебница. Даже немного жаль, что эти знания умрут вместе с тобой. Почему ты такой самоуверенный, а? Гад, вот ты мне объясни. Кто ты такой вообще? Откуда ты вылупился? Такой мелкий хмыреныш, еще выеживается мне здесь. Так, что, пока не будем лечиться, ребята. Думаю, что нам это не нужно. Так, добиваем, отличненько. Ой, да что ж ты, да блин, Танеда, ну ты просто уже ни в какие рамки это не входит, ребят. Его просто разбирают как сосунище. Слушайте, а Роланд здесь, по-моему, тоже отгребает неплохо. 30-го-то уровня. Так, давайте хиляться для начала. И делаем провокацию. Так, давайте вот этого, наверное, ослабим. И бомбанем. Вот это бомбанули. Не вышло ничего? Да ладно, что так? Ну-ка, так если... Ага, хорошо. Слушайте, они пока бьют Роланда. Надо как-то попробовать загасить этих мелких упырей. Так, Рогар, держись, родной, не падай пока. И так. Тень Орихона. Это вот это, что ли, главный, да? Бесполезно сражаться. Надежды живым нет. То, что мертво, умереть не может. Никто не смеет вставать между мной и посохом света. Никто. А, Белар-то здесь при чем? Блин, опять этот говноед здесь. Эй, даже не успел пикнуть, блин. У меня Рогар. Сейчас, слушайте, все. Упал. Ну, смешно, ребят. Просто-напросто, просто смешно. Жесть какая-то. Просто жесть. Ух, тяжело, да? Уже, ребята, на самом деле тяжело. Не знаю. Как-то нужно искать какие-то способы. Ребят, у нас с вами энергия, к сожалению, закончилась. Поэтому я, соответственно, тоже буду завершать этот видосик. Да и друзей у меня уже, как говорится, не осталось крупнокалиберных, которые могли бы мне помочь здесь в прохождении. Так что, я думаю, мы с вами будем закругляться, завершать этот выпуск. Обязательно увидимся в следующем. Так что, дорогие мои, всем пока, всем удачи и до новых видосиков.